Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. Сегодня с вами я, Катя. И сегодня я хочу вас поздравить с Новым годом, с 2019 годом! Всех поздравляю! Желаю вам счастья, здоровья, успехов, хороших оценок и просто всего самого лучшего в исполнении желаний в новом шикарном году. В году свиньи, как бы в этот год я родилась, в год свиньи. Это просто шикарное время, Новый год. Желаю вам всем счастья, кучи подарок в новом году, просто хороших каникул, здоровья, счастья, как говорится, и всего самого наилучшего. Там поехать отдыхать куда-то, если вы уже где-то отдыхаете и смотрите меня, может быть, даже с Красной Поляны в Сочи, то напишите в комментариях, где вы проводите свои каникулы. Мне будет очень интересно это прочитать и узнать. Ну и, конечно, спасибо, подписчики, что вы смотрите это. Я, конечно, всех поздравляю. Спасибо большое. Я очень рада для вас снимать видео. Ну и что ж, и это третья часть «Неверящая в чудеса». Вот моя рарити, которая будет помогать. И вы же хотите узнать продолжение? Ну что ж, начнем. Управляйте этой глупой маленькой рарити шикарно. Книга моя. Это шикарно. Так, ну что ж, надо идти на эту гору. Ах, у меня с ориентирами плохо. О, нет. Плохо, да. Но у меня есть книжка. А книжка мне всегда помогала, поэтому все шикарно. Так, что ж, сейчас мы ее откроем. Так, ну где эти ориентиры? О, нашла. Ах, зачем идти земным пони? Или вообще всем пони, если можно просто телепортнуться туда. Так, ну сейчас надо предупредить Ральте, что я нашла. Сейчас. Вырвайся из ее тела. Ай! О, Ральте, вот ты здесь. Фуф. О, ты нашла ориентиры? Конечно, я нашла, я и так и знала. А, ну да, логично. Ты же знающая новогодняя фея, да? Фея добра? Да? Да, а ты как думаешь? Я зло никогда не несла. Глупышка. Ух ты, как я рада. Ну что ж, нам надо идти вон в ту сторону, гора вон там. Книжку надо закрыть, я просто решила посмотреть. Хорошо, книжку я буду нести, хорошо. А давай я в крыльях. А, ну да, тебе же легче. Да. А не хочешь в магии телепортнуться? Да, у меня с магией вообще-то из телепортации плохо. Ну что ж, с тобой же я, всезнающая добрая фея. Поэтому я тебе помогу. Опачки. Да. О, вот мы у этой горы. Фуф, быстро это было все очень. А, ну и где этот кристалл? Я исполню свое желание. Ой, найду своего милого беззубика. Ох, как я по нему скучаю. Не понимаю, как можно грустить из-за этой ящерицы. Он не ящерица, он самый милый питомец. Ну хорошо, хватит ныть. Так, и куда идти? Ну, ты же знаешь дорогу. Я просто знаю до горы, а дальше минуточку. Так, надо открыть книжку. Так, что там, что там, что там? О, поняла. А книжка нам, наверное, не понадобится. А давай ты отдашь мне книжечку, ну, так как я хранительница этой книги, конечно. Я великий страж этой книги, поэтому... Ну, хорошо, а? Ну, что там? Вы не пройдете сюда? А, кто ты? Я хранитель моего кристалла и этой пещеры. Что вам нужно? Как я ненавижу этих голубых фей добра. А, сестра, ты моя добрая фея. Что? Ты злая фея. Как ты так смеешь меня называть? Они обе злые. Надо их магией. Да, их надо магией. Ты что, думаешь, что я что ли злая? Конечно же нет. Я самая добрая фея.
Не верь ей, девочка, пожалуйста. Я тут охраняю уже тысячелетиями вход в эту пещеру. Она злая. Она хочет захватить тебя, чтобы добыть этот кристалл. Глупышка. Только сейчас догадалась. Книжка плохо читаешь по истории. Я просто новогодние никогда не читала. И зря. Ну что ж, теперь я могу и пойти, и взять это. А? А ну-ка, стой! Я добрый хранитель-ангел. А ну-ка, уходи с этой пещеры. Ты хочешь драться, сестра? Да, хотелось бы. Ближе. Ну что ж. Зачем тебе со мной драться? А зачем тебе со мной? Я главнее. Я принцесса. Ну, ты тоже, но я главнее. Я отвечаю за Рождество и Новый год. Самые шикарные праздники. Зачем? Ты хочешь их испортить? Зачем тебе этот всемогущий кристалл? Затем, что я помогу сначала этой глупышке, потом сотру с земли все, что есть, и я стану править землей. Я поняла, но почему бы нам не править вместе? Ты же, хоть мы и олицетворяем, что добро там и зло, но все равно. Ты же добрая, в принципе. Я могу сделать так, чтобы не было злых. Ты, конечно, извини, но зло мне и так нравится, сестра. Тогда прости. Никто меня не остановит. Добрый ангел, добрый фея, я тебя остановлю. Обычная смертная, которая ничего не умеет, остановит меня? Вот глупости-то. Я легко тебя остановлю и все. Так, маги, книжечка, помогай. А ты без книжки ничто. Где книжка? Растворилась на тысячи кусочков. Эта книжка была возможностью вернуть без зубика. Кристаллик. Вот он. Теперь бы загадать желание. Так, думай о беззубике. Смертная, ты взяла камень? Как? Как ты его взяла? Я победила ее. И я хочу загадать желание. Ты, конечно, извини, хоть камень и желаний. Но тебе он ничем не поможет. Что? Это просто камень. Символ обычного Нового года. Ты, конечно, можешь загадать желание, но... я тебя предупреждаю сразу. Чего сразу? Как бы тебе это помягче сказать? Он не работает. Он работает только от силы. Как бы добра. Ты это делай ради беззубика. Ради своей цели. Будь ты это делай ради добра, помогло бы. Но я попытаюсь. Нет, это не работает. Камень могут активировать только такие, как мы. А нам, прости, но по закону запрещено помогать таким, как ты. Как бы мы не хотели тебе никакой помочь. Все, что мы можем делать, это только отправить тебя домой. Все. Больше ничего не буду говорить. Спасибо, что помогла утихомирить мою сестру. Не бойся, она в порядке. Она просто там лежит. Я вас сравну всех. Пошли отсюда. Все. Камень мой. Я исполню свое желание. И каково твое желание? Ну, захватить мир. А ты как думаешь? Ну, давай, пробуй. А что? Со мной? А что? Что ты со мной сделала? Почему я такая маленькая? Что ты со мной сделала? Я сделала то, что сделал кристалл. Что? Кристалл захотел, чтобы ты вернулась, как говорится, к своему
нормальному росту. В смысле? Я была всегда большой, а не маленькой. Он бы считал, что в твоей душе так вот мало добра. Что? Нет, голубой кристаллик! Если будешь себя нормально вести. Хорошо, буду. Так верните мне, пожалуйста, прежний вид. Ну, хорошо. Все. Хорошо, ладно. Нет, ну, кристалл не нужен, он уже старый и странный. Эй, девочка. Да, я в порядке. Пора отправить тебя домой. Да, мы все тебя отправим домой. Давайте все концентрируемся на нем. Спасибо за такое приключение. Пожалуйста. Я у себя в квартире? Что? Они меня и правда как-то телепортировали. Я поняла, что... как бы я ни пыталась, без Бексано будет в моем сердце. Даже если нет, он будет всегда в сердце. Надо верить чудесам. Хоть даже это очень сложно. Сестра, это ты там прикалываешься? Нет, я за столом. Что? Что? Демон. Ты же такой демон черный. Ой, ты такая красивая. Как ничего называть? А называть тебя звездочка. Круто. Ой, как я рада, Беззубик. У тебя детки. Мама, папа, у Беззубика детки. Он вернулся. Ну вот и хорошо. Идите праздновать Новый год. Бежим, бежим. Ну что ж, всех с новым 2019 годом. Йеху! И всем пока! Спасибо за просмотр, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока! Пока!